И чтобы чуть было поприятнее, мы хотим подарить вам этот iPad от Сбербанка. В свой день рождения поздравляют посетителей. В ноябре Сбербанку исполняется 175 лет. Эта годовщина и стала отправной точкой для организации всевозможных акций. Одним из таких приятных сюрпризов стал подарок клиенту, который 175-м в ноябре оформил потребительский кредит во Владивостоке. Вчера позвонили со Сбербанка, сказали, что выиграл планшет. Не поверил, ну вот. Кстати, именно на потребительские кредиты весь ноябрь действует юбилейная акция. Сбербанк предлагает клиентам взять 175 тысяч рублей, а возвращать всего по 175 рублей в день. К слову, ранее ставку по всем потребительским кредитам банк уже снизил. Причем от традиционных без обеспечения до кредитов для военнослужащих. К тому же ставка снижена и на рефинансирование займов в других банках. Сбербанк я люблю, потому что очень удобно и выгодно платить. Очень удобно делать всевозможные переводы. Вот. Не только у нас, но и получается в страны СНГ. Всегда рядом офисы, всегда быстро отвечают и быстро реагируют на проблемы. Ну, надежный банк, во-первых. Ну, старый надежный банк. В год своего 175-летнего юбилея банк продолжает радовать клиентов высоким уровнем сервиса и выгодными условиями по кредитам. И, конечно, делать приятные сюрпризы. Мы решили, что мы не будем получать подарки, мы будем их дарить. Вот, а вчера, помимо всего прочего, например, мы клиентов из нескольких офисов развозили представительскими автомобилями по домам. Вот, но самое главное, на самом деле, это количество благотворительных мероприятий. К 175-летию приурочили и акцию открытых дверей в картинную галерею. Благодаря Сбербанку во Владивостоке можно бесплатно посмотреть выставку картин из Третьяковки. Ирина Мокрицова, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.